Друзья, привет, с Масленицей вас. Хочу сегодня вам один секретик раскрыть. А прежде чем я вам его раскрою, хочу вам рассказать интересную историю. Пришел человечек один, привез нам на передержку рыбок, барбусов разных. Вот. А я у него попросил, можно я их поразвожу? Он говорит, да, разводи без проблем, как бы не жалко. Главное, не убей. Все, вот такое условие было. Ну и вроде как бы я их не убил, посадил их на нерест тут. На нерест посадил позавчера. Ну и вот, давайте покажу, как бы, кто есть. Смотрите, есть вот такие барбусы. С красной полоской на животике самцы, самочки без этой красной. Это золотистый или зеленый барбус. Вот такой вот. Есть вот такой барбус, называется он ромбовидный, по-моему, ромбоцелиатус или как-то так. У него ромбик такой получается на боку. Это вот не знаю, это, по-моему, пятиполосый барбус. Вот. А это аурулис, по-моему, вот так вот называется. Я надеюсь, что вам видно, как бы этих ребят, да? Вот. Они, кстати, отметали вот эти аурулисы и вот эти вот зеленые. Ну, вот видите, там не оплодотворенная икра. И оплодотворенные личинки, как бы там разные есть. Ну, это товарищи известные, да. Это как бы мои. И вот двухточечные еще, друзья мои. Барбус двухточечный называется. Двухточечный. Аурулис. По-моему, так название его. Пятиполосый. Ромбический, ромбовидный. И т.д. и т.п. И вот зеленый, соответственно. Зеленый и золотистый. Но это не все. Ну, отметали, значит, получается вот этот вот и вот аурулис. Еще есть вот такие барбусы, друзья мои. Вот. Самые такие крутые линеатусы, бедные, они тут прыгают, бегают. Барбус линеатус. Вот такой вот шустрый. Сейчас уберем свет. Вот они, такие вот. Вот их бы развести, конечно, круто было, но пока без всяких как бы икринок, шмикринок и так далее. Ну, я как бы секрет сейчас обещанный, да, вам. Я не знаю, знаете вы это или нет. Сейчас света тут мало. Все опять снимаю как бы одной камерой. Одним дублем. Значит, смотрите. Дело в том, что когда рыбки нерестятся, да, вот они отнерестились, они в воду выделяют вот как раз тот самый гормон, но я по-простому сейчас говорю, да, вот тот самый гормон, которым, соответственно, ну, можно так сказать, от которой рыбам колят, да, когда их разводят. И мы это можем использовать в своих меркантильных целях. То есть у меня вот отметали барбусы, вот вчера вот эти вот, я взял от них чуть-чуть воды, видите, меньше, и разлил всем вот этим товарищам, значит, всем разлил, да, водичку, в которой содержится вот этот гормон, ну и тем линеатусом тоже. Сегодня вот отметали вот эти вот аурулисы, я их сейчас буду убирать, но я возьму от них возьму водичку, специально раскрываю, чтобы здесь мне вам показать, закрываю, потому что, ну, барбусня прыгучая, конечно, шибко прям прыгучая. Набираю вот водички, видите, да? И добавляю товарищам. Я им вчера добавлял от других, как бы, от тех вот барбусов. Но еще сегодня добавлю. Вот, кто мне нужен, как бы, не рестится, да? От того я водичку и беру. Ух ты. Ну и побольше барбусни. Это вот сюда и заливаю. Здесь теплая вода на самом деле, ну,
все как полагается, потому что это барбус, да, там грелочки стоят. Вот. То есть это вот такой вот секрет. Если вы не знали, вы можете им пользоваться. Если ваши рыбки не хотят нереститься, ну, например, одна какая-то пара отнерестилась, вы можете эту водичку добавлять в нерестовую воду к тем парам, которые еще не отнерестились. Это их спровоцирует на нерестовые, как бы, на нерестовое поведение. Вот. Причем не важно, какой породы рыбы у вас отнерестилась. Да? Отнерестилась та рыбка или отнерестилась другая рыбка. Как бы гормон он один. Он, что для тех, что для этих рыбок он одинаковый. Поэтому вы можете его добавлять вот в этой водичке, соответственно, вот в воду других производителей. Это на самом деле большое-большое секретище, которое я вам рассказал по секрету. Вот. За это вы на меня подписывайтесь, ставьте лайки и комментируйте. Ну, от меня вам пока. И еще раз вас всех с масленицей.